Разглядывая старые фотографии, можно погрузиться в уникальную атмосферу и увидеть много интересного. Вот так выглядели советские модницы в 70-е. А это принц Чарльз скучает, глядя на коронацию своей матери. Тут довольная американка спрятала алкоголь в полости трости в годы сухого закона. А таким был первый пионерский парад в 24-м. У живших на кораблях котов, оказывается, были свои паспорта. А здесь Синди Кроуфорд хвастается мобильным телефоном в далеком 87-м. Этого царя-снеговика слепили в 66-м коммунальной службы в Заречном. А этого две маленькие шотландские девочки 4 годами позже. На этом фото внезапный порыв ветра застал врасплох обоих. А так ходили на свидания сиамские близнецы Роза и Жозефа Блажек. Это братья Кассио представляют свои первые калькуляторы. А такая расслабленная атмосфера царила в Киеве в 70-е. Интересный костюм шил себе продавец арахиса, чтобы лучше продавать орехи. А здесь московские моржи идут в нескучный сад. Так проходил легендарный концерт Битлз на крыше их лондонской штаб-квартиры. А это фото дерущихся женщин сделал знаменитый Джек Лондон.